тренерском поприще уже съели. И наша встреча началась. Ждем очень яркую, упорную игру. Действительно, команды здорово стартовали. И тут же у минчан момент. Это гол! Шайба в воротах. Вот это начало. Просто какая-то сумасшедшая первая смена. И вот так я смотрю, номинально третье звено. Начиная от у минчан. И это Дмитрий Соколов отличился.